Всем привет, на связи сборная России. Мы читаем ваши комментарии и понимаем, как вам интересно, что происходит за кулисами. Сегодня мы покажем, чем мы занимаемся в номерах. Ну что, погнали? О, не спишь? Нормально? Добрый вечер. Не разбудили? Нет, нет. Да, пустишь нас? Заходите, заходите. На пару минут зайдем. Есть только пару. Ну, конечно. Слушай, у тебя тут устройств мобильных сколько, а бут сколько? Че, три пары, немного. Ну как немного? Все, двое железных, они обычные. Да, ну щитки. Порядок в комнате у тебя идеальный. Ты аккуратнее, что ли, у нас? Не, ну я не скажу, что я чистюль на самом деле прям. Ну, сейчас убрал. Нормально, да? Уборщица помогает. Классно. Так, ну посмотри, давай расскажешь нам, что ты делаешь вообще вечерами на сборах, после того, как уже ужин прошел, помассировался. Слушай, ну вот и сегодня я на самом деле свободен, потому что вчера была теория, ужин была, потом у меня были мероприятия восстановительные. Вот, я довольно поздно в номер пришел, поэтому вчера вот вырубился так и, ну, отдыхал. А сегодня вот я свободен, могу там поиграть во что-нибудь, могу посмотреть что-то. Позвонил по родным, друзьям всем, и все, и вот вечер закончился. Глянем на ноутбук твой. Слушай, ноутбук обычный, я еще в Сочи был. Я его купил. Угу. Вот. Наушники. Наушники геймерские, да? Провод, во что ты играешь, чувствуется? Ну так, слушай, я не профик, в контру играю, друзья тоже другие играют. Вот мы вечерами можем поиграть так. Угу. Все еще на самом много кто играет, и в команде, и в сборной много, я знаю, кто играет. Много футболистов играет вообще. Ну так, без фанатизма, там, ни до пяти, ни до шести утра. Не, я на самом деле таком, я к играм вообще спокойно. Конечно, мне интересно, знаешь, смотреть все это. Я все покупаю, PlayStation только вышел, его сразу купил. В итоге он у меня просто стоит, знаешь, там, ноутбук. Я, знаешь, загорелся быстро, хочу поиграть, я потом быстро все тухнет. Ага. Поэтому, да. Здесь, короче, у тебя Counter-Strike, да? Телек включил, так, пощелкать, что там? Слушай, люблю, чтобы на фоне что-то играло. Так, ага. Не люблю, когда тишина. Ага. Вот поэтому, да. Угу. Так, давай посмотрим планшет твой, ради интереса. Сейчас, подожди. Нет, в этом-то эффект, чтоб ты... Сейчас, да подожди, посмотри, что тут. А что тут смотреть? Планшет. Что там у тебя есть? Приложение интересное. Матч у всех. Вот в это я играю, когда летим куда-то. Угу. Залипалка, да? Да, так чисто какой-нибудь. Угу. Посмотри, что-то. Угу. Слушай, я так скачал, но ничего, он эрудит. Эрудит. Рудит скачал. Футбольный менеджер какой-то. PUBG. Вот раньше очень много в него играл. Угу. Вот, спортс. Так, ничего. Ну а футбол ты смотришь вообще? На самом больше российский смотрю. Так и иностранные. Так прям и результаты посмотреть, обзоры. А так только российский прям полностью что-то. Так там уже. Ильзат, это мы. Да. Ты одет? И снова здрасте. Как дела? Все хорошо. Прибрано у тебя, смотрю, ну, номер. Пришлось бы, готовился. Готовился? Знал, что мы придем, да? Ну, всегда надо ждать. От вас этого надо ожидать. Согласен. Комнату не надо снимать тоже. Хорошо. Только тебя я не снимать. Настолько готовился. Ну что с собой взял? Ты покажи, чтобы веселее было вечером. Слушай, ну я взял iPad с собой. Ага. Сериалы смотрю, там, общаюсь с родными, близкими. Как бы. Покажи нам iPad свой. Ох, это уже за дополнительную плату. Да, сейчас. Ох, это уже реклама пойдет, так что давайте. Да, в основном все посмотри, с фильмами, да, с сериалами. Почитать что-нибудь? Как бы, почитать, ну, у меня есть, да, Уран там. А читать у меня книга с собой есть. О, можешь показать? Ну, я только, честно говоря, ее даже не доставал. Ну вот как раз достанешь. Вот сейчас вот запылилась. Это Рифат мне ее посоветовал, так что в процессе. Классно. Когда на квартире чтешь, тогда расскажешь, хорошо? Да, надеюсь, скоро. Слушай, а зачем тебе столько обуви, не только тебе? Ну, это прислали мне, как бы, попробовать. Скажи, может быть, там конфеты? Слушай, да нет, куда что там, так спокойненько. Где конфеты прячешь, покажи. Да нет, какие конфеты, мы же тут все, у нас все профессионально, без конфет. Хорошо. Ну давай, приятного тебе отдыха. Спасибо давай. Большое. Да, доброй все, ночи, доброй отдыхай, ночи. Отдыхай, спасибо. Пока. Пока. У тебя рано вообще семья ложится?
Ну, дети в 10 ложатся. Старший в садик ходит. Вот. Ну, дочка вместе, получается, они там ложатся часов в 10. Вот. Ну, а мы так в 11. Часик свободно у нас есть. Ну, получается, вы почти не пересекаетесь. У нас же тренировки поздние, да, ужин поздний. Да, у нас вечерние тренировки. Пока там ужин, массажи, все мероприятия. Вот, вот сейчас в 10 часов только освободился. Твоей жене написал. Дети спят уже. Так в основном вечерами что делаешь на сборе? Слушай, да это как у всех. Ничего, сейчас сбор короткий у нас получился. Там я ничего особо не брал с собой. Айпад там где-то какие-то, может быть, в Ютубе что-то посмотреть. Вот. Ну, а так в основном в телефоне, там, по школе, там, сейчас футбольную школу открыл уже детскую. Вот, там какие-то вопросы тоже по школе решаю. Ну, то есть это, получается, WhatsApp-приложение такое, да, наверное? В WhatsApp, да, WhatsApp, Telegram. И все, наверное. Видеозвонки с детьми? Видеозвонки, да, с родителями разговариваю, с детьми там все звонят. Я звоню, когда есть время тоже. Как дети на видео-то реагируют? Слушай, им, помню, интересно общаться со мной по видео. Вот, ну, как-то больше это вживую лучше. Ну, на видео, да, конечно, созваниваемся. Покажи, что у тебя на планшете так. Ну, YouTube. Ну, покажи. Вообще у тебя какие приложения? Ну, здесь детские все в основном. И, ты в них играешь, да? Ну, конечно, я, кто же еще? Я же ребенок. Ну, вот детское все для детей. В принципе, вот YouTube, YouTube Kids рядом. Шахматы, шашки, то тоже пытаюсь детей научить. А YouTube что там у нас? Ну, в Ютубе, что у нас, про сборную вот есть, Щербаков, что еще тут, Азамат Мусугалиев вот есть, ну, то есть покер, ты... не знаю, ну, покер я не люблю, если честно. Да. То есть ты лучше посмотришь что-то такое подлиннее на Ютубе, чем условный ТикТок там или... Ну, ТикТока вообще нет у меня, музыка вот, Мияги слушаю. О, музыку, покажи нам музыку. Ну вот у меня здесь, ну, альбом Мияги, например, стоит, да, тоже. В последнее время очень полюбил его. Их, можно сказать, Энди Панда, Мияги. Так, у нас время, режим, мы не будем его нарушать. Да. Спасибо тебе, Ром, большое. Спасибо. Да, добрых спасибо, снов. Что заглянули. Отлично. Спасибо.